Встречи депутата Крестинина с территориальным обществом инвалидов проходят регулярно. Поздравления старшего поколения с главным праздником всех православных – Пасхой – давно стало традицией. В этом году небольшой подарок в виде главного пасхального блюда – кулича – получили больше 300 инвалидов и ветеранов города Люберцы. И сегодня очередной раз, уже 9-й, мы с вами будем отмечать этот прекрасный праздник. От души я вас поздравляю с наступающим Светлым Христовым Воскресеньем. Пусть в ваших семьях будет мир, любовь, Божья благодать. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо вам за все. А вот встреча с подрастающим поколением проходит не так давно. Социальный реабилитационный центр был открыт в Люберцах в 2015 году. На сегодняшний день это, пожалуй, главное учреждение, которое занимается реабилитацией детей с ограниченными умственными и физическими возможностями. Только с января этого года помощь получили 63 ребенка. Дети здесь получают полный курс реабилитации с использованием нетрадиционных методик. Здесь используется сказкотерапия, арт-терапия, музыкотерапия, имаготерапия, театр-терапия. Все это только в пользу ребенка, у которого проблемы речевого развития, поведенческие какие-то проблемы, отклонения какие-то в умственном развитии. Депутат Дмитрий Крестинин рассказал воспитанникам центра об истории праздника и его традициях. Приятным завершением мероприятия стало вручение куличей и увлекательный мастер-класс. Ребята смастерили веселые пасхальные яйца. Этот урок стал не только очередной развивающей терапией для ребят, но и приобщил их к культуре этого праздника. Это маленькая толика, что мы можем сделать, но вы видите, что воспринимается. Мы же идем с доброй душой на такое мероприятие, соответственно, также это и воспринимается. Это тот маленький жест, который мы как-то можем поддержать эти семьи, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, тех наших людей старшего поколения, которые для нас являются символом, наставниками той эпохи, благодаря которой мы сейчас живем. Всего депутаты 3-го округа планируют раздать около 400 куличей. Именно при помощи таких мероприятий налаживается связь между властью и обществом. Кристина Манасарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.